Четыре художника, одна идея. Выставка с простым, но емким названием «Любовь к земле русской» открылась в Ивановском художественном музее. В экспозиции представлены работы известного ивановского художника Александра Вербина и трех его учениц – Елены Кольчугиной, Дарьи Головкиной и Екатерины Егоровой. Альма-Матер – художественное училище, где Вербин преподает живопись. Учеба давно окончена, а творческая связь сохраняется. Результат – светлая, насыщенная жизненными силами и любовью выставка. Душа у них светлая у всех, вот они такие работы делают. Будет темнотища там в душе, и чернотища будет и здесь, тогда. Без всяких преувеличений, так сказать. Так уж устроена жизнь. На полотнах преобладают светлые тона и незамысловатые формы, русская природа во всей красе. Оформлены работы так, чтобы бодет не отвлекал от содержания, а лишь аккуратно дополнял картину. Такого единодушия в стиле достичь нелегко. Все пейзажи и натюрморты художники писали отдельно друг от друга. Однако идейно все полотна объединяет совершенно искренняя любовь к России. Живем одними, так сказать, идеями, одними ценностями. И это связано и с нашим образованием у педагога, и с тем, что мы заканчивали все вместе наше Ивановское училище имени Малютина. И поэтому в рамках вот этой вот выставки, в рамках площадки музейной у нас возникают вот такие проекты. Нам это удобно, нам это нравится. Это уже не первая совместная работа учителей и учеников. В 2009 году квартет живописцев уже демонстрировал свои работы. С тех пор многое изменилось, но теплые отношения ивановских художников остаются крепкими по сей день. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.